That's very fitting with what we are doing now, because now all of our students are in their families, and that's it. And so we have had to look at how can the family now support the adolescent development when they're actually not going to school at all. And so we have to, you have to create opportunities for experiences that they would have had in a center for study and work, or in an adolescent school. How can you create experiences at home? What can they do around adult work at home? You really just have to give them those opportunities. They need solitude sometimes, you know. They just need, one of the big things about going away from the family is they have this opportunity to be alone. And so when they're at home, you have to make sure that they have those opportunities where they can be away from brothers and sisters and parents. Where is the space? For many adolescents, that becomes their bedroom. They escape and disappear into their bedroom. What can you do to support that without them? It's not that they are isolating themselves, it's because they do need solitude. Protect them from too much technology. Don't allow them to be always on screens. Because they need to be doing things with their hands. These are things parents need to be very aware of at home. Это очень актуальный вопрос, учитывая то, что сейчас все наши дети сидят дома и в школу вообще не ходят, ни в какую, да? И, конечно, когда мы сейчас нас стоит перед нами задача, что же нам необходимо сделать, чтобы поддержать развитие подростка. И ответом будет то, что мы должны подумать и, в общем-то, найти возможность и создать возможность для опыта, который бы они получили, вот находясь в центре обучения, работы или находясь вот в Монтессори центре, да, это возможность для подростков осуществлять работу, ту работу, которую делают взрослые подобно, да, что вот вы можете им предоставить. Это действительно какая-то реальная работа, да. Плюс ко всему им необходимо время, им необходимо пространство, в котором они могут находиться сами собой, да, им тоже необходимо какое-то время на одиночество, место, где они могут не общаться со своими братиками или сестренками, да. Очень часто таким местом становится их собственная комната. Это не означает, что они изолируют сами себя, да. Ну, им просто нужно вот место и время, чтобы побыть самим собой, поскольку сейчас вот, ну, как раз-таки развивается их личность и очень много меняется. Им часто нужно просто поразмышлять и подумать, да, над происходящим, или просто побыть в тишине для этого. И, конечно, очень важно, чтобы взрослый защитил подростков от использования слишком много, чтобы подросток не проводил слишком много времени перед экраном и с всякими разными гаджетами, с технологиями, да. Вот. Потому что подростку нужно делать что-то еще и руками. Это необходимо для его развития.